Этот охранник прогоняет всех животных на их родном языке. Ведь животным вход в магазин воспрещен. Отличная работа. Молодец, хороший мальчик. Добрый день. Это что, попугай? Нет? Проходите. Что там на горизонте? Мамочки! Экспертиза показала, здесь был грызун. Я найду тебя, мерзкий пушистик. Ты не спрячешься от меня. Ауч! Еще раз. Что за шум? О нет, мой хомячок! Он снова выбрался наружу. Помогите! На меня напал монстр! Пушистик, вот ты где! Снова пугаешь людей, мой маленький. Нам уже пора уходить. Больше в моем магазине не будет ни одного грызуна. Я настоящий терминатор. Ни одно животное не пройдет. О, здрасте. Добрый день, я могу пройти со своей муравьиной фермой? О, целое муравьиное королевство. Как мило. Но нет. Вход с любыми животными запрещен. Ну ладно, охранник. Ты еще не знаешь, с кем связался. Муравьи, взять его! Пас! Что это чешется? По мне ползают насекомые. Это муравьи! Помогите! Почешите! О, печенье! Как вкусно! Все чешется! Помогите! Это невыносимо! О, нет! Муравьи, отпустите меня! Куда вы меня тащите? Стойте! Отныне никаких муравьев на моей смене. Добрый день. Это черепаха? Нет. Черепаха вход запрещен. Странный парень. Идем, Реджинальд. Ну что, теперь мы можем зайти? Да, Раф? Эй, охранник, пропусти его! Черепашка-ниндзя! Спасибо, Раф. Ты защитник черепашьих интересов. Медитация – любимое хобби охранника. Дзен и гармония. Это черная кошка! Фррр, это к несчастью! Гав отсюда, черная ведьма! Эй, полегче! Это всего лишь кот! Вот, держи клубок! Зачем? Помогите! Отцепите кошку! Моя башенка! Ты победила, черная кошка! Идем, Бенни! Охранник больше нам не помешает! Сыграем джангу с кассиром! Это очень опасный момент. Фух, моя очередь. Я проиграл. Меняемся местами, теперь я иду на охрану. Первый, я второй, как слышно? Слышно, отлично, я говорю с пачкой сока. Стоять! Это животное у вас? О, это всего лишь мой маленький хомячок. О, какой он милый и пушистый. Ладно, проходите. Что? Животное? Это нарушение, так нельзя. Никаких животных в магазине, понятно? Наручники для хозяйки и для ее хомяка. Упс, бежим, пушистик. Стоять! Оленям вход в магазин запрещен. Извини, Рудольф. Но я вовсе не олень, а девушка. Ладно, проходите. А это что, кролик? Да нет, это просто мой маленький ребенок. Какие милые у вас костюмы. В магазин нельзя с животными. Подержи-ка. У меня есть план. Эй, охранник, у меня для тебя подарок. Это мне? Ну надо же, спасибо. Что здесь в коробке? Вау, это маска собаки? Мне идет? Держи свою рацию, приятель. Что? Где она? Упала. Ничего не вижу в этой маске. Рация ко мне. Используй свой нюх, овчарка. Что здесь происходит? Это собака? Животным вход запрещен. Иди отсюда, пес.
Келли, заходи, путь свободен. Привет, мои улитки. Я буду отвлекать охранника, а вы ползите в магазин. Договорились? Вперед. Это что, улитки? О, охранник. Арива! По фестивалям? Юху! Танцуй со мной, парень. А теперь минутка классической музыки. Как насчет вальса? Группа поддержки этого супермаркета. Вперед, чемпионы! Увеличим продажи! И сальто в честь скидок! А теперь выступление с лентой. Что? Улитки, вы до сих пор здесь? Ладно, идем домой. Мишель придумала отвлекающий маневр. Включить видео собаки на всю громкость и положить в сумку. Здравствуйте, охранник. А что у нас в сумке? О, святая собака. Животное придется оставить здесь, мисс. Я присмотрю за ним. Лови кость, дружок. А, да, ты же застегнут в сумке. Охранника удалось обмануть. Настоящая собачка спрятана у меня за пазухой. Идем на шопинг, моя пуся. Добрый день. Минуточку, в наш магазин нельзя проходить с животными. Брысь! Ну ладно, охранник. Вперед, Бенни. Что это? Помогите! Стоять! Ты что, кот? Какая наглость! Вход животным запрещен! Пока, кошачий приятель! Поймал, поймал! О, кто к нам пришел? Здравствуйте! Извините, вход в магазин с собаками запрещен. Я еще вернусь. Бум! Идеальная гармония. О, неплохой запах шампуня. Упс. Хорошо, что в магазине всегда есть салфетки. Эй, парень. Это ты не хотел пропускать мою девушку с моей собакой? Вот подержите пусю, пока мы делаем покупки. Спасибо. Ну все, Пуся, пора домой. Спасибо. Эй, Пуся, я буду скучать. Фух, ну и трудный день. Чапи, иди ко мне, дружок. Я принес тебе вкусняшку. Я так тебя люблю. Жаль, животных нельзя брать на работу. Понравился наш охранник? Тогда пиши в комментариях, как ты принесешь своего питомца в супермаркет. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале Вуху.